Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина. Новое творческое видео. В Яндекс.Картинках наткнулась вот на такую картинку. Скоро Новый год, и пора делать какие-то презенты, подарки. И решила шить декоративную подушку. В качестве основы берем абсолютно любую ткань. Это у меня неткатанное полотно 45 на 45. Потому что в готовом виде будет 40 на 40. Края обрежутся. Беру ткань. Также вот обрезки. Это будет у меня небо. Выкладываю. Видите, из лоскутов приходится все комбинировать. Здесь обметка, я ее пущу наверх. Здесь кромка, я прикрываю. Не смотрите на то, что мятая ткань. Это будет все утюжиться, отпариваться, потому что техника, текстильная пицца, располагаю луну. И вот у меня основной будет дом. Крышу можно не вырезать, а сделать из белого цвета, как сугроб. Сделала снег. Но так как я собирала из лоскутов, кое-где наращиваю. И что хочу сказать. Все это делается быстро, просто. Самое главное... ваша фантазия, что-то вы дополняете, что-то вы местами переставляете. Мелкие детали буду приклеивать на клей-карандаш, хотя можно воспользоваться и флизелином, и паутинкой. Это у меня также продолжение дома, но я же собираю всю из лоскутов, и у меня не хватает ткани. Приходится комбинировать. Это балкон. Сделала входные двери, вот такие. Симпатичные. Вырезала окна закругленной формы. Немножечко сейчас сдвину. Снег. Также сугробы лежат. Это все надо отрегулировать. Чтоб не сливалось, можно взять другой оттенок. Из одинаковой ткани вырезала окна. Будет 3 штуки располагаться. Наверх сюда можно сделать смотровое окно. Видите, пробел между ними. Когда будет машинная строчка, окна будут явно выраженные. Они будут красивые. Вот сюда вниз располагаю 2 прямоугольных окна. Теперь очередь дошла до башенки. Ее можно вставить туда, вовнутрь. Можно слегка отодвинуть. Я ее слегка приподнимаю. Также делаю сугробы. Вот сюда, как юбочку. Это дверь. Наверх сделаю окно. Повырезала вот такие длинные лоскутки из разной ткани. Низ у дома прикрою слегка снегом. Вот серые, сиреневые, белые. Здесь у меня стык. Я его просто прикрою тканью. Это будет как сугроб. Вот такие маленькие обрезки. И выкинуть жалко. И в дело, когда нужно, они всегда сгодятся. Кромку отрезаю, а хорошую ткань оставляю. Вот такие небольшие лоскуточки. Теперь можно посадить елки. Все это будет приклеиваться. Вот чуть-чуть местами поменяю я. Все, работа почти готова. Осталось только прошить, простегать. Сделать можно как аппликацию или как текстильная пицца. Если это аппликация, то вы прошиваете по контуру зигзагом. Если текстильная пицца, накрываете сеткой, фатином, органзой, любой прозрачной тканью, и просто шьете, делаете строчку. Ваша задача — закрепить все ваши мелкие детали, чтобы во время эксплуатации это ничего не отскочило, не отлетело и не деформировалось. Елки-то у меня без снега. Я беру, просто вот нарезаю
небольшие такие овальчики, закругляшечки. И вот смотрите, просто выкладываем на веточки и уже какой-то контраст, и вот именно становится новогодняя картина-то. Чтоб не возиться с этой мелочевкой, можно сюда положить синтепон или машинной строчкой белыми нитками сделать в виде снега. Добавила звездного неба и решила вот сюда сделать еще окна из серой ткани. Если у вас сложный рисунок, вы можете воспользоваться копиркой и скопировать. Вроде все теперь устраивает. Передвинула только дверь. Теперь приклеиваю на клей карандаш те детали, которые могут смещаться. Все приклеила. Забыла. Поставила сюда трубу. Сделала дымок из синтепона. И внизу слегка положила, тоже распушила синтепон в виде снега. Это у меня остатки от штор, когда отрезала шторы. Но видите, здесь внизу рисунок. Он по нижнему фону и где елки, он хорошо вписывается. Но видите, рисунок заходит на дом. Ну, я думаю, что ничего страшного, пусть так и будет. Оставляю, больше никак. Больше никакой ткани на данный момент не имею. Совсем по максимуму рисунок опустила вниз. Теперь беру мокрую марлю и любую ткань и отпариваем. Во-первых, если у вас большой слой лоскутов, они примнутся и приобретут нужную форму. И если вы использовали клеевую паутинку или флизелин, соответственно, это все приклеится. И никаких препятствий пристежки у вас не возникнет. Утюжу вот такими движениями, переставляя утюг. Когда вы все пройдетесь, тогда можно вести утюг в любом направлении, как хотите. Все, пока мы ничего не зафиксировали и не прошивали, пробегаемся глазами, может быть, что-то еще можно дополнить. Я здесь сделала смотровое окно из первой попавшейся ткани. Все, теперь можно фиксировать все булавками. Зафиксировала булавками. Как-то так получается. Я ее пока что не выравниваю. И теперь делаем стежку. Стежку можно проходить простой строчкой. Можно на свободном ходу. Я решила, что фон буду проходить на свободном ходу с завитками. А дома, окна буду шить зигзагом, меняя нужную нитку. На окнах раму буду делать контрастной ниткой, чтобы было видно. Если у вас большие окна, вы можете посадить цветок, сделать шторы. Также сделайте ставни. Работа моя полностью готова, результатом довольна. Есть, конечно, минусы, но какие я учту в последующих работах. Во-первых, мне понравился вот этот снег. Я взяла голубую нить. Простой строчкой сделала небольшие завитушечки. Это все-таки лучше смотрится, чем просто лежит ткань. Фон, небо и снег я прошлась на свободном ходу в технике мозги голубой нитью. Ну а дома, окна прошивала зигзагом мелким по контуру, но делала специально контраст, чтобы дома выделялись. Желтая нить, и вот окна, здесь темно-коричневая нить, ну а здесь на розовом фоне у меня бордовая, а на бордовом пустила желтый цвет. Двери сделала полоски, как бы выделила их, что они существуют. Вот здесь я не прошила, видите, ну просто лоскуток ткани, а здесь, на мой взгляд, все-таки пооригинальнее смотрится. Елки, они зеленые, и пустила хаки цвет. Простая строчка, но прошивала так, делая имитацию веток, делала острые углы. Шила я нитью полиэстер. У меня что в шпульке, что в катушке, нить полиэстер. Когда я сделала стежку, отутюжила, выровняла, и готовый вид у меня получился 39 на 40. Если это у вас картина или панно, советую вам пройтись на оверлоке по контуру, обработать край.
Если это у вас декоративная подушка, и вы должны следовать строгим размерам, то берете полотно намного больше, лучше лишнее вы отрежете. Если вы все-таки просчитались, то можно пустить окантовку из какой-нибудь другой ткани. Обратная сторона. У меня нить была в шпульке белая, обратная сторона, она получилась чистая. Вот такая работа получилась. Она абсолютно не затратная, так как мы шьем из ненужных обрезков, которые просто можно выкинуть в помойку. И кто на моем канале в первый раз, зайдите в плейлист «Текстильная пицца» или «Лоскутное шитье». Там много разных направлений. Техника вся в основном текстильная пицца, но разные картинки, разные рисунки. По сложности дома делать легко, ну а человечков сложно. И не забываем, если понравился канал, обязательно подписывайтесь. Также жмите колокольчик. Обязательно пишите комментарии. В последующих видео у меня будут новогодние такие зимние заготовки. А в одном из видео буду шить декоративные наволочки. И мы с вами встретимся еще в пределах примерно 15 ноября на совместном проекте. Не забываем, будет несколько мастериц, вы их знаете. Они нас будут удивлять своим творчеством. Девчонки, переснимаю этот эпизод несколько раз. Встает у меня рамка, и все. Или телефон барахлит, или он уже устал у меня от съемок. Не знаю, не обижайтесь. Ну, на этом все. С вами была Валентина. Пока-пока.